Всем пламенный привет, я Осми, и это совсем необычное видео для моего канала. Недавно я наткнулся на такой интересный канал интересного автора. На этом канале более 500 тысяч подписчиков, и у него есть также еще каналы. Это тоже его каналы. Посмотрите, и это тоже его канал. Тоже более 500 тысяч подписчиков. Видео у него на каждом канале одного типа. Не отличаются ничем. Давайте же узнаем, для кого предназначен его контент, его видео. Начнем с последнего видео. Как мы видим, соотношение лайков у него более чем нормальное. Это видео кому-то заходит. Давайте узнаем, чем оно заходит. Если ты хочешь, чтобы тебе весь учебный год не задавали домашнего задания, ставили отличные оценки, то прямо сейчас ты должен поставить лайк, подписаться на канал и нажать на колокольчик. Я начинаю свой отсчет. Один. Скорее подписывайся на... Это типа угрозы, что ли? Если не поставишь лайк, то тебе будут задавать больше задания, и ты будешь получать больше двоек. Я не понимаю, честно. На канал. Два. Нажимай лайк. 3. Нажимай на колокольчик. Если ты этого не сделаешь, то... Опа-на, опа-на. Тут уже точно угрозы пошли. Ну и, конечно же, оценки у тебя будут не очень... Да, да. Это явно для детей. Хороший. А если ты все успел сделать за 3 секунды, то ты просто молодец. Молодец. Пора на зиму уголь заготавливать. Ребята, всем привет, сам я. И, короче, знаете что, ребят, у нас скоро холода, зима, и, в общем-то, я взял суперскую кирку, и, в общем-то, сейчас отправляюсь добывать уголь. Ну, а вы, ребят, сейчас обязательно поставьте лайк, подпишитесь на канал и напишите вообще, у вас сейчас тепло или холодно. Вот, ребят, напишите, пожалуйста, у вас тепло или холодно. У нас уже холодает, поэтому я решил пойти подобывать уголька. Посмотрите, вот по скалам. Да. Он иногда вот торчит вот так вот, иногда еще в земле. Ой, кто-то мне тут звонит. Алло? Алло, хулиган. О, хулиган. Привет. Бабушке плохо. Ой-ой-ой-ой-ой-ой, короче. Что такое? Бабушка... Что это такое? Что за чушь, я смотрю. Что за чушь? Бабушкин дом напали, на бабушкин дом напали. Мне уголь нужен, это баб. Просто, я даже вообще выйти не могу. Понимаешь, там все, короче, стоят и все. Я вообще просто с места сдвинуться не могу. Что мне делать? Спаси меня, пожалуйста. Бабка, я не знаю. Боже мой. Что я смотрю? Бабка. Бабка. Блин, опять бабку идти спасать. Да кто на нее там напал? Ладно, ребят, благо у меня есть такая вот суперская кирка. Я сейчас пойду их там это... Накажу, кто на бабку напала. Надеюсь, она мне угля отсыпет, потому что, ребят, у нее просто тонна угля. Естественно, нам просто так она не дает. Но если я ей помогу, мне кажется, то углем я буду обеспечен. Все, погнал. Скорее, скорее к бабке. Блин. Ребята. Ё-моё, там еще мой телефон остался. Там еще мой телефон остался. Вообще замечательно. Что делать? Так, благо у меня тут заначка есть. Так, ребята, сейчас мы все возьмем вот так вот отличненько. И попытаемся как-то пройти к бабке. У меня тут есть супер меч. Так. Ну-ка. О, ребята, одного попал. Ой, кажется, они меня заметили. Лучше я пойду-ка. Ребята, надо, короче, все-таки через землю. Копы, подкопы, подкопы, ребята. Потому что по-другому вообще не вариант. Такой, я куда-то упал. Боже. Так. Явный детский контент. Мне кажется, надо вот туда идти. Вот туда идти, потому что там где-то дом бабки. Блин, еще телефона нету. Автор явно пользуется политикой Ютуба, так как игровой контент не считается за детский контент. И его можно монетизировать. Я думаю, что автор получает за эти видео неплохие деньги. Так. Бабка, ты где? Да баба, я, ты где? Я под землей где-то. Под землей? Что ты делаешь под землей-то? К тебе в дом копаюсь, не поверишь. А что, просто прийти? Знаете, что мне это напоминает? Это напоминает мне кукольный театр. Когда актеры озвучивают кукол, да, это выглядит именно так. Потому что... стоят, да? Убедился? Да, убедился, убедился. Убедился, что это какой-то капец? Слишком рано я выкопался. Сижу тут вообще, ничего не делаю, даже выйти из дома не могу. Ребята, слишком рано я выкопался. Так. Ты точно ползешь, а? Ползу, ты точно ползу. Ползешь? Ползу, бабка, давай, ползу. Давай, хулиган, я в тебя верю, давай. А ты принес все оружие-то? Какое оружие? В смысле? Я с ними просто... Я никак не взял оружие, чтобы бабушку спасти?
Я с ним просто поговорить хотел. Боже, я не могу больше это смотреть. Давайте почитаем комментарии, а потом досмотрим это видео все же. Те, кто любит маму, поставьте лайк. Ну, это у всех есть. Обожаю вас, у нас холодает. Холодные дни. Так, я 150 лайк. Нас потихоньку холодает, можно в ролик, пожалуйста. Я бы такое писать явно не стал. Это либо боты пишут, я не понимаю. Бабуль, можно видос? Я хочу видео, пожалуйста. Можно, пожалуйста, видео? Я вас безумно сильно люблю. Очень креативная и захватывающая серия. Да-да-да. Очень захватывающая серия. У нас холод и дождь. У нас холодно. У нас очень холодно, дождь идет. У нас тоже холодно, как у тебя. Мечта моя, чтобы вы показали лица, плиз. Да, я не хочу видеть ваши лица. Почему бабка главная? Хорошие видео. Прохладно. Так, это нас не интересует. У нас холодные дни. Заметь, пожалуйста, привет, как у тебя, птан. У нас жарко. Ура, я первая. Можно видео? Немного холодно. Нет, я холодно, а у меня дождь. Это явно пишут дети. Я не знаю, кто это пишет. Вот наш автор. Да, он заходил недавно. Ну, это неинтересно. Ладно, потом мы его еще увидим. И на других его каналах. Давайте досмотрим это видео до конца. Узнаем, что там нас еще ожидает. Обалдел, ну ты что, совсем что ли? Ну кто с ними разговаривает? Я тебе говорю, они бабушку тут заперли, а ты с ними пришел беседовать. Ну, бабка, тебя каждый бы запер бы, на самом деле, за твои денежки, поэтому... Ну это ты просто капец, ну как ты таким косяком-то можешь быть-то, а? Все, бабка, не булькай, пожалуйста. Ну что это вот такое-то, а? Теперь что бабушке делать-то, а? Сейчас, я у тебя почти полы все разобрал, сейчас я выбираюсь. Я тебя сейчас разберу, да? О, выбрался, где я? Нет, ну вот надо же была. О, фу. Нет, ну вот надо же была, хулиган. Бабка, что делать будем? Ну что делать-то будем? Я-то думала, что ты придешь меня спасать, короче, все возьмешь, а ты чё? Бабка, ты чё? Ну все, короче, что сделано, то сделано, что делать будем? Так, надо пройти к наш тайник, понимаешь? Ладно. Это который у нас в деревне, что ли? Который у нас в деревне, конечно, как мы выйдем из дома, если так, и как мы туда пройдем? Ладно, пойдем. Куда? Пойдем. Пойдем. Так, у тебя кирка есть? Есть. Копай, под кроватью, давай. Так. Всё, да куда ты, господи, так, сейчас смотри. Давай копай, где-то у нас тут туннель есть. Давай, хулиган, ну давай. Сейчас мы положим там что-нибудь. Давай, хулиган, где-то тут. О, там, вот там. Во. Где? Это оно? Это оно, не? Где, бабка? Во, это что? Вот, иди сюда. Сюда иди, да господи, ты где там потерялся? Иду, баб, подожди, я застрял. Так. Хулиган, ты что, издеваешься? Подожди, сказал, а ты где? Да я вот тут же просто прошла по туннелю. А, вижу тебя, вижу. Иду, бабка, иду. Так, короче, можно здесь так. Это мы где? А вагонетки есть? И это колодец. Поехали, колодец. Бабка. Интересно, они действуют по сценарию или у них все не задумано изначально? Поехали. Мне кажется, что у них подожди, уже все задумано. А где вылезем-то? Нормально вылезем. Как думаете вы? Точно? Точно, едь давай. Ну сейчас я еду вообще-то, еду вот... Давай. Где-то там... Подожди, ты вот сильно-то от меня не отставай, а? Я газую, бабка, газую. Не надо газовать, хулиган! Газу, бабка, газу, да отказу! Чего? А если они уже до деревни добрались? Ой, тогда я не полезу наверх. Это тогда капец. Что делать? Так, да я посмотрю. Нет, пошли вот так. Как? К морю. В смысле? А тут морю? Там морю. Точно? Да. Ну-ка, пойдем. Что они говорят? Пойдем, баб. Там точно море? Ты меня не обманываешь? Я не обманываю, там море. Я не могу это понять, так, что они делают, что они пытаются... Так, давай посмотрим, вылезем. Куда попасть? В море выйдем. Так, давай посмотрим, так. Там, если тебя сожрут, короче, хулиган, я не виноватая. Ну, как бабушкин дом, надо защитить, очистить от всяких этих нечистей. Так. Вот. Морю. Все, пошли скорее к тайнику. Поплыли скорее. Да мы не можем плыть, лучше давай побежим так быстрее, бабка.
Да, я плыву. Ты хочешь, ты, пожалуйста. Все, давай. Так. Буль-буль-буль, карасики, не буль-буль. Быстрее. Давай, иду, мамка, иду. Ну, где детскую песню еще давай, будет делать? Молодец. Ты еще помнишь, что ли? Копай поет все. Поет детскую песню. О, вот он. Так, что там есть? Так, бабка, что тут всего одна ракета? Мы бы сейчас ракетами... Только я что, виновата, что ли? Не, бабка, тут есть ракета, тут нету этого... Так как это нету? Все есть, у меня даже есть одна. Ну, скидывай давай и пошли уже. А, в смысле? Да, и это показывает... Я буду стрелять, баб. Ничего ты обурил. Я стреляла. Ты ну косая, давай, последний раз помнишь, стреляли, я могу ребятам рассказать. Кого? Как ты стреляла в прошлый раз, так? В смысле, а что ребятам рассказать, а что я нормально, по-моему, стреляла? Да? Угу, конечно. Ты что, яблоки взял? Ой, яблоки забыл, бабка. Ну все, иди обратно, забирай. Да ладно, пошли. Я что, буду твои яблоки, что ли, носить? Ага, сейчас. А ты свои взяла? Я свои взяла. Все, дашь пару штук, если что. Одну я взяла. Так, надо пометить, что мы идем стрелять в воздух, а не будем патроны тратить. Ты что, совсем? Они тогда сразу на нас побегут, ты что, дурень? Так, все, баб, кидаем. Нет, что-то я... Кидай вот эти всякие, тыдыщ, короче. А я с другой стороны зайду, так. Давай. А мы точно... Перезаряжай. Да, вот это, кидай. А я с этого деревьев их начну, давай. У меня лазер так. Есть, давай, хулиган. Давай, баб, стреляй, ничего не вижу. Так я стреляю, ты давай стреляй уже. Стреляю, бабка, вот. Стреляю! Только аккуратно, что... Ой, они бегут на меня! Так... Ой, хулиган, они хотят бабушку сожрать! Специально написали дом. Ты того кидаешь свою ракетницу-то, нет? Кидаю ракеты! Давай бы... Ё-моё! Попал! 15 тысяч штуков их тут! Да попал, давай, иди! Ничего не вижу! Давай, ещё, давай! Еще, давай, баб, давай, бабка, без стреляю. Давай, попер. Без комментариев. Ой. Я не что? Могу это комментировать. Ой, нет, там еще вот. Нет, вон еще стоят. Я не могу это комментировать. Там... Спасите меня. Говорю, 15 тысяч штук. Так. Хулиган. Все, кажись, баб. Все? Кажись, да. Или не все? Фух, все. Все, бабка. Это конец. Слушай, я устал. Эти подглядывающие Томы решили да. Бабушку... Короче, бабка, чувак. С тебя 2 тонны алмазов, угля. А, угля, да без проблем. Все. Без проблем, все. Фух, завтра приходи с тележкой, я тебе отгружу. Хорошо, фух, ребята, блин, капец, спас бабку, спрятались. Мы с бабкой, короче, от подглядывающего Тома и просто его обманули. В общем, все супер прошло, ребят, я погнал домой, и завтра, в общем-то, я раздобуду себе угля. Все, всем удачки, всем пока-пока, ребята. Что я посмотрел только что? Что я посмотрел? И лайков здесь больше, чем дизлайков. Так, давайте посмотрим на другие его каналы. А давайте сначала на статистику, посмотрите, более 70 миллионов просмотров на канале у него, так, и его ВК на всех каналах почти, давайте на второй его канал зайдем, так, здесь тоже достаточно большое количество подписчиков, и видео также вышло недавно, совсем недавно, так, о канале, и также его ВК, если не верите, я могу зайти, вот, это он. Так, о канале тоже большое количество просмотров. И каналу год. Больше года каналу уже. Так, это тоже его канал. Заходим. Посмотрите. Тоже более 500 тысяч подписчиков. И тоже его ВК. Посмотрите. Тоже его ВК. Мне интересно, сколько денег он зарабатывает на маленьких детках. Да... Его приветствие на каждых его видео. Да. Без комментариев. Это тоже его канал. Посмотрите. О канале и тоже очень большое количество просмотров. Я в ВК. Заходим на его ВК. Посмотрите. Это также он. Как думаете вы, для кого предназначены эти видео и кто их вообще смотрит? Напишите об этом в комментариях, а лучшие комментарии я обязательно отмечу. На этом моменте я заканчиваю это видео. До новых встреч, всем удачи, пока!